Друзья, всем привет! Морозное, холодное утро. Сегодня у нас с вами снова рыбалочка. Снова я приехал на Платвичку. До этого ездил 2 раза на леща. Не, то ли я его ловить разучился, то ли он обнаглел. Непонятно. Ну, сегодня встал, думаю, ладно, поеду на Платвичку. Сегодня мы опять на базе отдыха Металлург. Время у нас сейчас 8. Так что собираем снасти и погнали искать наших платвичек. Ну что, ребят, сегодня я сделал ход конем. Не знаю, правильно сделал или нет. Короче, я ушел со своих мест, с тех мест, там народу стало много. Ушел под тот берег, тут вообще никого. Походил сейчас с эхолотом, посмотрел глубинку, в одном месте 6 метров. Кое-где там есть рыбка. Будем пробовать, кто его знает. Может, она поглубже ушла, там крайний раз я был, что-то мне вообще не понравилось. Сейчас будем кормиться. Кормить сегодня буду я одну луночку, вторую не буду кормить. В дно покупной прикормкой, сверху будем сыпать, ну, своей. Сейчас мы намешаем прикормочки. Закормимся. В том году в этих местах неплохо ловилась густерочка. И густерка такая попадалась прям весьма приличная. Ну, сюда и идти далеко. Почти никого нету. Так как глубина большая, то буду кормить кормушкой. Все забываю взять, попробовать планктон в качестве прикормки. Сейчас одну кормушку шарахнем и сверху, наверное, досыпем своей. Так, потихонечку пошло дело. Так, и сейчас сыпнем вот этой. Оп. Немного так, горсточку, чтобы она сверху опускалась. Здесь, кстати, раньше и попадался даже лещ. Ну, посмотрим. Тут такие перепадики. Я сел на почти 6, а сзади меня выход идет на 4,5. Все, собираем снасти и будем пробовать. Разложил я удочки. У меня получается с той рыбалки еще осталось 2 удочки, как я переделываю, с крючками. Ух, ветерок сегодня прям хороший. Так, на ближний, ну, получается крючок и 4 сантиметра от крючка дробиночка. На ближний буду использовать сало. Вчера супруга нарезала прям свежего, с чесноком. Ух, сам бы ел. Чисто кубичек сальца. Один. Так, сало в стороночку. А на эту мы повесим, наверное, 3 штучки мотылика. Да, ветерок сегодня прям хороший. Куда ж без этого? Все. На одной уже нашли дно. Сейчас мотылика тоже опустим. Хочет сало слопать. Кто-то на сало позарился. По ощущениям такой неплохой даже. Кто там у нас? Эх ты, сбежала! Хорошая платвичка, ребят, была. Но сбежала. Просидела 20 минут. Вот только была первая поклевка. Ну, плотва прям, я скажу, неплохая. Весьма. Что у нас тут, эхолот? Эхолот показывает, рыбка есть. Но опять, как всегда, плавает высоко. Ну, посидим, посмотрим, что тут будет. Что-то поклевки вообще еле-еле.
Ух, кто-то там крупный. Вообще еле-еле. Либо полосатый. Не, плотвичка маленькая. Маленький. Иди домой. За взрослыми. Уже пришел на 6 метров, вы все маленькие. Издеваетесь, что ли? А сало молчит. Как вот была одна поклевка. Сошла у нас плотвичка около лунки. И все. Больше даже и не тюкнул. Надо достать, посмотреть. Может, там и сала нету. Касается, давай, ну. Оп. Кого-то мы выиграли. Кто там? Плотвичка. Да и такая. Я бы сказал, неплохая. По нынешним меркам. Но капризная. Ну, глухозимье, друзья. Глухозимье. Ну, давай. Оп. О, кого-то мы с вами забомбили. Чуть сопротивляется прям. Это тебе, по-моему, еще рано сопротивляться. Сейчас мы и замутим бутерброд. Сало с мотылем. Ну как на такое можно не клюнуть? Сам бы ел. И холод он разрывается от рыбы. А рыба бастует. Я сегодня как лягушка-путешественница. Короче, ушел я с того места. Сидел. Ну, как в ванне. Ушел обратно сюда к берегу, на свои привычные места. Тут, правда, народу много, но я в толпу не полез. Так, отошел подальше от всех. Здесь у нас чуть-чуть помельче. Пока палатку собрал. Пока полы, пока все собрал, пока все поставил. Ё-моё, мокрый весь. Ну, посмотрим, стоило оно того или нет. А пока у нас прикормка, надеюсь, рыбу собирает. Давайте чайку мы жахнем. Сидим. Смотрим, что в этом болоте. Ну, кстати, сейчас взял эхолотом, посмотрел. Тут рыбы на порядок больше, чем там. Там сидел даже у этого эхолота два луча. Один узкий, другой широкий. Широкий, ну, соответственно, широкий, узкий, непосредственно под ломками. Узким поставил. Когда-никогда там проплывет, муж, одна рыбка. На широком показывают, что там чуть-чуть. А здесь сейчас узенький включил. Прям нормально. Сейчас мы жахнем сальца. И жизнь наладится. А позже еще сходим к отцу, посмотрим, что у него там. Оп. Сальца с лавашиком. Надо куда-нибудь махануть на щучку. Там пожарить сало. А тут и сальца не пожаришь. А, с крючком. Ну, за рыбалку. Сейчас мы поедим.
и они придут есть. Народ уже начинает домой собираться. Пойдемте до отца сходим. Клюи! Какую поймал? Чебака. Ну, это хорошая. Хорошая. Клюи. Она вяло клюет сейчас. Тынь-тынь. Очень поклевок одну реализовал. Вот это дуром. Тинь-тинь, да. Поправился, блин, вот сейчас поймал, дрыгает. Вот она. Ну, это в клюе. У нас клюет, а у вас? У нас нет. Или зацепил? Да нет. Это надрыгало. Ловить-то не умеете ни хрена. Да вот. Ловить надо уметь. Ладно, ловить. Тут много. Оп. Обратно в домик. А то там ветерочек прям ух. Вот что там чуть-почуть поклевывает. А у нас что-то мы разучились ловить, наверное, рыбу. Тоже сидит на крючке. Что-то там задирал прям. Я уже решил чуть-чуть докормить. Вот она. Плотвичка. Решил, ребят, чуть-чуть иди в пакет так кормить. В наших краях обычно часов 12 вообще затихает. А потом... чуть по чуть начинает, бывает. Ух, кто-то там прям загибало. Ну, это уже, смотрите, ребят, это уже нормальное. Я опустил их холодным, да? Посмотрю, что там есть кто-нибудь, че нету. Это на мотылика взяла. Сейчас мы чуть-чуть поднанижим ее. Вижу, бегает. Кто-то бегает. Клюю эту больше не приеду, буду на жерлице ездить. Наглели эти рыбы уже. Давай мы тебе сейчас чуть-чуть карманем. Чисто так, чисто символически. Сало стоит мертво. На мотыля вот еще кто-то как-то. Вот смотрите, поклевка. Еле-еле. Еле-еле вообще. Еще и сопротивляется. Ну-ка, кто там? Плотвичка-то неплохая. Нынче какая. Тихо. Тихо. Ну, какая. А клюет. Еле-еле вообще там. Сейчас, наверное, сальцо я уберу. Поставлю еще одного мотылика. Короче, решил я убрать сало. Ну и в баню. Не хочет она сегодня сало. На мотыля и то. Еле-еле. Сало мы убрали, сейчас нанижим два мотылика. И вперед.
На улице ветрище, а в палатке красота. Без печек, без свечек, как вы видите, вообще. Руки не мерзнут, ничего. Сегодня у нас где-то градусов 10, наверное, мороза. Ну как-то она вяленькая сегодня, прям вообще. С утра был на тех местах, там побывал. Что-то и выхолод мало показывает, думать, ай, пойду сюда. Ну здесь пришел, ну почти так же. На улице начался снег, плотва начала чуть-чуть поклевывать. Тихо. Вот она. То уже насало с мотылем. А до этого сидел, сейчас время у нас уже почти два. До этого сидел вообще тишина. На улице ветер, снег, а мы балдеем, попиваем чаечек в палатке. О, хорошо. Угу. Кто-то там кивок задрал. Вот она. Латвичка. Это на мотыля. Взяла чисто на мотыля. Иди. Что, друзья, глухозимье все сильнее начинает набирать обороты. Рыбалки становятся все тише, тише и тише. Поймала сегодня по итогу. Даже сейчас вам покажу. Где наша ведерка? Ну, вообще. Тут вообще. Десятка, наверное, полтора может отсидеть. Слабо, слабо, слабо. И то, вот стоит крючочек, подойдет она чуть-чуть. Тень. Вот успел подсечь, поймал. Не успел, по барабану. Вот тогда мы были с вами на рыбалках, она там задерет, держит, как взрослая. А это не хочет. Ну, ничего страшного. День, проведенный на рыбалке, в счет жизни не идет. Отдохнули. Сейчас время у нас уже 3. Хватит, надо уже собираться домой. Всем, кому понравилась наша сегодняшняя рыбалочка, палец вверх, подписка на канал. Пока-пока.